Чего ждете от студии «Квартал 95» сегодня? Веселого настроения. А що можна знати від 95-го кварталу? Весілля. Море задоволення від концерту, щоб мати багато вражень і гарного настрою на певний час. Різних таких прикольних штук від Вови Зеленського. Як відноситесь взагалі вот, к студії «Квартал 95», к ребятам, які сьогодні будуть на сцені? Замечательно, довго чекали цього представлення. Перший раз будемо бачити вживую ребят. Ми їх любимо, особливо Вольодю. Вольодю? Обожаємо Вольодю. Це такі люди, які дійсно вміють створити програму на телебаченні, які вміють зняти кіно, яке цікаве всім людям. Це хороші артисти. Хто із студії «Квартал 95» самий смішний, на ваш взгляд? Лисий. Лисий? Чому? Бо лисий. Євгеній Кошовий і Зеленський, так? Мені подобається лисий Зеленський. Вольодя. Я та лисий теж. А лисий взагалі безподобний. Особливо Катя Пушкарьовий. Кожен по-своєму. В кожного є свій особистий імідж, і він нам дуже подобається. Володимир Зеленський – це мій любимий актор. Зеленський, він? Три в одному. Мужчина, але в нього дуже великий діапазон. І інтелігентний, і красивий, і розумний, і сатирик. Ну, скажімо, дай Боже, би багато таких хлопців українських було. Любите квартал? Очень люблю. 95-й квартал – це, по моєму мнению, самая смешная передача по всей Украине. Жаловались, как все время жарко в Крыму, как это концерты, эти летние туры. Вроде не в Крыму, а все равно жарко. Наверное, теплый зал. И это минимум, потому что у нас второй концерт. Вчера два концерта, и сегодня два концерта. Что будет завтра? Дай Бог здоровья. Смех и радость мы приносим. Я в туре в порядке, ты у других спроси. Євгена у Львов. Я привіз, щоб на собачку говорящую посмотреть. Спасибо всем, кто был на наших концертах до этого дня, в который я был во Львове. Спасибо Черновцам, Виднице, спасибо Ужгороду, спасибо. Ничего себе, можно столько проехать. Саня, ты все проспал, Казахстан. Да. Вот, спасибо. И сейчас Львов, на самом деле. Первый концерт 4 часа. Почему люди пришли на 4 часа в будний день в четверг, никто не знает. Наверное, тут люди кэш получают. Ну, сразу после синагоги. Всем спасибо вам большое. Это не я. Знаешь, это как не характерно юмору совершенно, да, но я всегда прошу всех там похлопать защитникам нашей Родины и почтить память всех, абсолютно всех людей, погибших в этой всей ситуации. И из этой ситуации я понимаю, что это нужно сказать, потому что мы это чувствуем. И ситуация такая, и людям это нужно. А после этого, как начать, знаешь, смешить? Очень сложно, но я очень рад, что люди понимают, и они как бы и понимают все, что вначале я говорю. И потом переходят на юмор и понимают, что мы кварталом, ну, защищаем на сцене, в принципе, все то, что кто-то, в общем, защищает на границах. И поэтому впечатления у меня, конечно, уникальные. Аншлаг, людям просто очень хочется отвлечься от всего происходящего, впитать юмора немножко, ну, получить какую-то задору. Они, конечно, стоя в конце аплодируют все.
но я понимаю, что в наше время непростое и билет купить, и вообще перестроиться, и прийти смеяться. Но очень круто, что это их кучма. Они все подходят, говорят, блин, дали пару лет жизни, спасибо, отвлекли нас, что у меня приятное ощущение. Всем не волнуйтесь, приходите, ребят. Но правда, самое главное, но мы максимально постараемся вас вернуть в ту жизнь, в которой мы с вами были еще год назад. Но мы будем очень стараться.